Более 15 машин мусора вывезли после первого субботника, который прошел в Одинцовском округе 1 апреля. В нем участвовали около 480 человек, в их числе представители администрации, местного отделения «Единой России», сотрудники коммунальных служб, общественники и местные жители. В течение месяца субботники будут проводить каждую неделю. 8, 22 и 29 апреля. В рамках субботников будем планировать работы по ремонту и покраске ограждений, опиловке деревьев, спил сухостоя, ремонт скамеек, подметание, уборка, смет, мусор с территорий. До конца текущей недели сформируют перечень адресов для проведения уборки, с которым жители округа смогут ознакомиться на сайте администрации муниципалитета и через социальные сети. Также информацию разместят на дворовых и внутриподъездных информационных стендах. Участвовать в мероприятиях может каждый желающий. На всех локациях организуют пункты выдачи необходимого инвентаря. Особенно важно, мне кажется, приходить на такие мероприятия с детьми и приучать их к культуре отношения к городу. И я уверен, что тот, кто приложил свой труд к уборке мусора, потом не выбросит никакой фантик, ни пакет мимо урны. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».